Крепкий сон, каша на завтрак и разминка перед соревнованиями – это идеальный режим будущего чемпиона, говорит мама Максима Оксана. Родители для спортсменов в ползунках – и болельщики, и главные тренеры. Довести малыша до финиша совсем непросто. Современные дети сейчас заинтересованы только телефонами, пультами. Я думаю, вы это увидите. Мы намерены победить. Мы специально не готовились. Посмотрим, насколько мы умеем все делать самостоятельно. Несмотря на юный возраст участников, здесь все по-взрослому. Старт по свистку. За рекордное время нужно обойти соперника. На дистанцию в 3 метра дается строго 2 минуты. Отвлекся или решил передохнуть – дисквалифицирован. Единственное отличие в этих соревнованиях – допустим допинг. В ход идет все, что может заинтересовать – пульты, телефоны, игрушки. Но даже такие хитрости не всегда приводят к желаемым результатам. Максим соревнования проиграл. Нам очень понравился спортивный дух. Эмоции, соревнования зашкаливают. Но, к сожалению, не получилось победить. Немного расстроились, но ничего, мы бойцы. На будущий год мы попробуем бегать. К спорту нужно приучать с молодых ногтей. Мы пригласили детей от 7-8 месяцев до 3 лет. И они вместе с родителями объединяет спорт. Они, кто может, ползет, кто может, бежит. Всем радостно, всем здорово. Этот праздник мы будем делать регулярно. Призы и подарки получили все участники. В этих соревнованиях точно. Главное – не победа. Каждый из сегодняшних малышей однажды сможет с гордостью сказать, что спортом он начал заниматься раньше, чем научился ходить. Полина Ильина, Александр Кравченко, новости «Телеобъектив».